Жители поселка Водников, расположенного в Куйбышевском районе, обратились к главе города Елене Лапушкиной с жалобой. Они сообщили, что из-за коммунальных работ, которые проводятся в их поселке, сложно передвигаться по улице Реактивной. Чтобы разобраться в ситуации, глава города выехала на место. В октябре произошло обрушение коллектора, который работал тут с советских времен. Через него проходило до 70% стока всего города. Сейчас идет его замена, укладывают полиэтиленовые трубы диаметром 2,5 метра. Любые работы хочется закончить побыстрее. Я понимаю и возмущение жителей, я понимаю их неудобства, но тем не менее то, что сейчас происходит на этой территории, крайне важно, прежде всего, конечно, для жителей этой территории. Коллектор тянут от улицы Таганская до Реактивной. Длина участка, который подлежит замене, 380 метров. Уже выполнены работы по перекладке 240 метров. Основные работы мы уже завершили, это открыли движение по улице Таганской Реактивной. У нас основная проблема была именно с этим перекрестком, чтобы его открыть. Остался участок 130 погонных метров. Местные жители обратились к главе города с просьбой организовать временный проход по территории, рядом с которой ведутся работы. Сейчас вместе с жителями проговорили, что где есть сложности прохода, конечно, мы положим деревянные мостки как временную меру. Согласно договору, завершить работы и выполнить благоустройство подрядчик должен до 31 мая. Виктория Шарая, Константин Головин. События.